Добрый вечерок. Девочки, у нас вечерок. Ой, на улице тьма тьмущая. У меня подсветка от фар. Я жду мужа. Муж пошел взять гостинец для свекрови. Вырвалась, девочки. У меня дети все уснули. Мы решили съездить в магазин за хлебом по пути к свекрови, увезти гостинец. И что-то она там тоже хотела передать, в общем. Так что вот такие дела, девочки. А решила включиться и рассказать, чем мы тут занимаемся вечером. Ну, не такой уж поздний вечер у нас. У нас уже горят фонари. Фонарики включают. Марина пришла с училища. Ну, Марина раньше приходит. Даня пришел недавно со школы. Так что... У нас все дома, а мы вдвоем с мужем решили прокатиться. Я решила с ним прокатиться, потому что засиделась, девочки, дома. Это просто вот рутина. Целый день какая-то работа, крутишься, вертишься. У меня еще в доме два стирается стирка, которую надо будет развешивать, надо будет управляться. В общем, куча дел различных, которые не закончились. И решила... вырваться. Погода у нас замечательная, прекрасная. У нас днем шел снежок, но, как видите, никакого снежка уже и нет. Все растаяло. Погода сырая, но свежая. Хорошая погодка, я бы сказала. Сходила бы погулять, но детишки болеют, так что мы не гуляем. Ну, выходили сегодня вот с Матвейкой днем козам поставить воды. Так что, ну, это тоже не гулянье. Так, чисто. Так что, вот так вот. Так, свекровь носков навязала. О, это что, они ты хорошие ему, носки, а? Это мне, ему? Конечно. Не, ну хорошие, а что ты говоришь? Смотри, какие классные. Да. Ну. Красота. Слушай, нормальные носочки. Хорошие. А это Евочки, да? Угу. О. Ты смотришь видео-то мои? Угу. Смотрела? О, смотри. Ой, какие миленькие. А ты говоришь, смотри, какие классные. Слушай, а эти Матвей не подойдут? Нет, вряд ли, наверное. Мы сегодня одевали ему носки синие. Они чуть-чуть побольше. И они еле-еле нам налазили. Угу. Но. Так что бабушка обвязывает носками внуков. Прикольно, да? Но. Угу. Смотрела, слушала. Я это рассказывала. Про бабушек рассказывала. Кто какая бабушка. Мы всегда рады нашей бабушке, приглашаем ее всегда в гости. Ну, к нам она не очень стремится, но иногда радует нас вот такими вот подарками. Мы, конечно же, тоже про нее не забываем. Стараемся ее навещать. Муж, конечно, чаще это делает. Ну, а я уже так, как говорится, как придется по возможности. Заехали, девочки, в Магнит. Купили хлеба. Вот. Батарея садится уже. Целый день съемка. Батарея не выдерживает. Яйца надо купить в красно-белом. Красно-белые заедем еще. О, муж яйца взял. А зашла посмотреть. Может, уже подарочки к Новому году есть. О, прикольные девчонки. 399. Ну, тут вот подешевле. 200 рублей. Вот так вот. Не дали нам ни в магазин зайти. У меня в магазине батарея сдохла. Даня звонит. Евочка, говорит, проснулась. Я говорю, ну вот. Ну что, в красно-белом, девочки, покупаем яйца. А что-то они разные, Саша. Вот так взял. Так взял, ага. 52 евро. Хлеба взяли. Майонез, девочки. Сколько ты сказал? 200 рублей? Да. 200 рублей. Это по акции, типа. По акции? А ну, да. Тут на перепелином яйце. Ну, зачем? Не знаю. Не ровно 200, 199,90. Понятно. Пюре. Папа вам взял пюрешку вот такую вот. Фруктовое пюре, яблоко. А вот это? Да, держи. Бананы закончились. Хлеб, яйцо, в общем. Так, поднавестили свекровь, потому что, ну, муж хотел ей кое-что увезти, в общем, небольшой гостинец, фарш молотый, там еще сальце положил, она нам носочков навязала, девочки, такие классные носки, она скромничает,
Так что свекровь нас носками, слава богу, обеспечивает. А кто писал, девочки, мне там, что я ее как-то обхаиваю? Никак я ее не обхаиваю, я просто называю вещи своими именами, что у нас бабушка, она не водилась, вот, не водится. Ну, редкие это случаи были такие жила, моменты, жила, да, когда она у нас жила с Матвейкой, допустим, там немножко как-то это, ну, ну, если человек не приходил с роддома, нас не забирал, как говорится, ни одного из внуков, ни одного, ни единого. Кстати, она старших забирала, нет? Интересно. Костю Столиков. Приезжала в роддом? Да, в роддоме меня не навещала, ну что? Так что это называется правда, девочки, правда просто. Вот и все. Я ее не говорю, что она плохая. У нее есть свои хорошие черты какие-то, да? Она прекрасная огородница. Она помогала, да. В этом году она помогла морковь убрать. Так что сейчас я это все поубираю. У меня, девочки, ужин, потому что время у нас... А время у нас без 10:07. Так что кушать сяду, я еще не кушала. На ужин у меня, девочки, яичница. Такая вот обалденная яишенка. Блинчики с фаршем жарила. Сегодня делала. Так что сейчас нарежу холодец, девочки. Холодечек. Холодечек. Спрашивали, девчонки, у меня рецепт. Так, сейчас. Где у меня ножик-то? Ножичек. Ты мой ножик забрал, да, мне этот ножик? Я тоже нарезать собрался. Я понимаю, что ты нарезать собрался, но... Ой. Спрашивали, почему, девочки, он такой плотный. Очень замечательный холодец. Кто-то любит немножко по-другому, ну, в общем, любят все по-разному, да? Но у мужа в этот раз получился очень удачный холодец. Я такой обожаю. Кто-то написал, что не получается такой холодец. Девочки, он отваривал часть свиной головы, часть свиные ножки. И за счет свиных ножек бульону я добавила совсем немного. Он получился такой плотный. А с одной головы такой холодец не получается. У меня, по крайней мере. Не знаю, может быть, у вас как-то там с одной головы получается такой плотный холодец. Ароматный холодец. Он пахнет чесноком. Я люблю много чеснока. Когда мы варили, добавляли перчик, лавровый листик. В общем, холодец, девочки, просто обалденный. И кто-то писал мне, что он не аппетитный. Ну, еще раз скажу, что я вам не предлагаю. А вот видите, даже рецепт спрашивали, девчонки. Так что вот так, девочки. Просто отварное мясо головы с ногами. И, ну, кто-то уши варит, ушки можно, да, тоже. Ну, с ногами, вот мне очень понравился такой холодец. И в следующий раз мы будем делать именно так. Еще, девочки, из куриных ножек получается вот такой же обалденный холодец. Ну, с ножками, с куриными, конечно, надо повозиться. Но офигенный холодец получается. Так что вот так вот. Сейчас мы будем ужинать. Сальце, девочки. Сальце, это просто. У нас Даня сегодня кушает сало и говорит: мама, я стал зависим от сала. Я, говорит, его ем каждый день, оно такое вкусное. А вчера тоже, девчонки, засолила сало. Засолила, потому что в холодильник муж убирал сало на улице. От мороза холодильник отключился. В общем, надо было быстренько разобрать камеру. И там сало было совсем чуть-чуть. Я посолила тоже перцу черного, лаврушки немножко положила и много-много чеснока. Ароматище. Он тоже понюхал. Я говорю: сына, понюхай, как пахнет ароматно. И он мне говорит: это просто бомба. Что будем делать, когда кончится сало? Я говорю: ну что делать, сына? Покупать и снова солить. Так что вот так, девочки. Так, ладно. Сейчас я сажусь кушать, пока яичница горячая. Ну-ка, не кричи. Вот так вот. Семья уже поужинала. Они все покушали раньше намного. Так, Саша, закликай его. Чтобы он там не баловался и не это. Время 7 часов. 7 часов, девочки. Я держусь, чтобы не есть на ночь. Вчера
уже хожу, уже слюна текет, время 9 часов, я думаю, то бы съела, другой съела, достала сметаны с сахаром, думаю, сейчас намешаю, Евочка уже спала. Евочка заревела, я все бросила, побежала, ну, куснуть ничего не успела. Все, мужу говорю, убирай сметану, убирай все, утром проснулась, я говорю, слава богу, что я не поела на ночь. Не надо это делать, девочки, хотя я вас маню, кто-то смотрит поздно вечером, ну, так что закрываем рот на замок, я стараюсь вовремя кушать, у меня ужин, слава богу, вовремя. Так, надо скорее нападать на яичницу, друзья мои, приятного аппетита. Ну что нападать, она уже остыла. Она остыла, но мы будем думать, что она с пылу с жару. С пылу с жару. Ой, девочки, почитала ваши комментарии, огромное спасибо. Огромное всем спасибо за комментарии. Ну, за то, что вы пишете. Кто-то пишет, удаляет, не любит правду. Какую, девочки, правду? У вас там своя правда. Вы некоторые фантазерши такие прям выдумывают, выписывают. Прям все они видят и знают. Я удивляюсь таким людям, которые все знают. Нет, конечно, ничего вы не знаете. Вот она того обхаяла, другого не обхаяла. Никого я, девочки, не обхаяла. Никого я не обхаяла. Если я сказала что-то, да? Но такие люди, наверное, не любят слышать правду. Да? Я люблю правду. И неважно. Про меня тоже, допустим, кто-то, да? Муж мне там в глаза, допустим, сказал, или свекровь, или кто-то другой. Ну, я могу поспорить, например. Но если я действительно не права, я соглашаюсь. Яичница и сало. Ну как так? На глазах яичница остывает мгновенно. Пока я нарезала холодец, она остыла. Мягонькое сальце. Пожарила 3 яйца. Думала 2 пожарить. Ну, в сковородку входит 3. Я не люблю жарить. Надо маленькую сковородочку, она у меня занята. 2 яйца бы само то. Ну, сколько пожарил обычно, столько и съем. Столько и съем. Ну что, у кого-то нет жора, это прекрасно. У меня иногда, девочки, появляется жор. Иногда у меня все прекрасно, я держусь. Но иногда, я не знаю, что переключается, происходит внезапный жор. Я еще в 5 часов хотела поесть, когда все кушали. Но я говорю, я подожду до 7 часов, в 7 часов я поужинаю, и все. Там будет проще. Там уже не надо. А то обычно пообедаешь не вовремя. И началось. Помидорка желтая. Очень вкусная. Кто любит, девочки, помидоры желтые или красные? У желтых другой вкус. Он просто обалденный. Кусочек серого хлеба. На, смотреть, а то бывает я болтаю и не замечаю. Смотрю, у меня уже раз кусочка нет. Второго нет. Смотрю, вообще хлеба на столе нет. А что, съела? А, съела уже, оказывается. Так, ладно. Попробуем красную. Mm-hmm.
Сегодня блиночки жарила, с фаршем накрутила. На раз, говорит, поесть. Я сказала, что на завтра останется. Муженек нарезал сало. Сейчас поем. У меня там стирка. Надо идти развешивать. И еще закину. Достираю сегодня, чтобы завтра не было стирки. Завтра не было. Всегда так говорю. Хлеб не берем больше, достаточно. А сало, правда, как наркотик. Даня насмешил меня сегодня. Мама, что мы будем делать без сала? Я говорю, ничего, покупать будем, солить. Всегда сало любили. Надо, девочки, тщательно прожевывать. Надо наслаждаться едой. Я об этом не подумала. Когда включилась. Начала болтать. Так что отключаюсь, девчонки. Достаточно. Лишканула, даже холодца не попробовала. Два кусочка с блинчиком. Хрен пельмени, холодец. С ниточком. Блины с медом. Объедение. Ну вот, хотела попробовать еще с фаршем, но все уже вкуснятина. Ой, как хорошо, девочки, на свете жить, как прекрасно. Живите и радуйтесь. Сейчас прокатились, так город такой классный. Огни кругом горят. В горки едем. Как на ладони, можно сказать. Красота.
красно-белом подарочки продают. Да не только в красно-белом, везде, девочки, уже новогоднее настроение в магазинах. Ну, у людей, у кого-то, может, есть новогоднее настроение, у кого-то нет новогоднего настроения. У каждого по-разному. Кто-то не отмечает Новый год, кто-то отмечает. Ну, в общем, поживем, увидим. До Нового года, конечно, еще есть время. Так что все равно хочется как-то праздника, потому что дети, детям елочку поставить. И настроение, конечно, от этого улучшается. Так что, девочки, мы сами создаем свое настроение, улучшая его какими-то мелочами, да, вкусной едой. Ну, у кого-то, как говорится, еда это неважная часть жизни, да, там поел там неизвестно что, какой-нибудь бич-пакет, и бог с ним. Но когда ты тоже как-то стараешься, готовишь, да, и у тебя на столе вкусно, то от этого уютнее, от этого жить как-то веселее, что ли. Как Даня пришел, Данечка сегодня прибежал со школы, говорит: мама, я такой голодный, сижу, настроение упало, на улице холодно, и все смотрится другими глазами. А домой пришел, сало, говорит, сало поел. У меня, говорит, жизнь заиграла другими красками. Ну вот так. Так что, кто бы что ни говорил, когда человек поест вкусненько, да, у него поднимается настроение. Так что, вот так, девочки. Хорошего вам настроения желаю, всего доброго желаю. Такой у нас был вечер. Небольшой короткий кадрик для вас. Ну и сейчас пойду управляться вам. Всем пока-пока. Пока-пока, девочки. Сейчас надо все это в кулечки поубирать. Ну надо же, майонез 200 рублей. У меня в голове подарки, девчонки. Такие подарки классные с этими зайчиками. И мне показалось, как-то бы недорого. Я не посмотрела, конечно, что там, сколько по весу. Ну, видно, что такой небольшой. Не маленький подарок, потому что рядом стоял 199 подарочек. Ну, там, конечно, такой простенький. Сразу захотелось детям подарков накупить. Но все впереди. Так что вот так, девочки. Ладно, у меня еще гора посуды. Я перемывала, не успела всю вымыть. Бросила, и мы, в общем, поехали. Так что снова занимаюсь делами дальше. Ой, мама, молодец, посуды намыла. Спасибо, дочь. Сейчас ее надо разобрать. У меня время подходит уже козочек доить. А муж сейчас, девочки, говорит, как хорошо все-таки козочки. Хоть сколько-то молока, но свое. Потому что молоко подорожало. Саша, почем ты сказал молоко? Марина, спроси у него. Что он сказал? 60 или 70? 65 рублей литр. Там 800 с чем-то грамм. Так там не молоко. Но это все не молоко. Вот так, девочки. Никогда на ночь. Это бывает очень-очень редко. Я не знаю, какая должна быть ситуация. Но обычно даже я очень-очень уставшая. Я всегда посуду мою сразу. Никогда ее не оставляю. Кто говорит, что-то накопила посуды. Ничего не накопилось. Вот эта посуда, девочки, абсолютно за ужин. Вот поужинали дети до этого. Я там немножко помывала. Какие-то кастрюльки освободились. Здесь вот немножко рису осталось отварного. Сейчас этот рис я, в общем, ликвидирую. Кастрюльку надо будет вымыть. Все. Сковорода еще грязная после яичницы. Но я тут уже протерла. Сейчас, говорю, поубираю и собираюсь доить. Дойка вечерняя. Все. Так что подоить и стирку еще. У меня еще две стирки будет. И сегодня у меня было 6 стирок. 6 стирок мы постираем сегодня, чтобы завтра не стирать. Ну, а что завтра не стирать? Вы сегодня там положили мне стирку, да? Ну, переоделись? После мытья. У нас там где? В комнате сейчас. А, ну, вот видишь, дети, потому что сейчас муж купает ребятишек, детей накупаем, сами помоемся. И
все наряды с себя сбросим в стирку. Все, и так каждый день. Каждый божий день. Круговорот стирки посуды. Ай, кошмар какой-то. Круговорот вещей. Так, контейнер. Мужу на работу еще иду приготовить ему что-то. Так что, вот так, девочки. Пока-пока.